маляўнічыя, паэтычныя, фантазійныя. Ёсць на свеце чароўныя кветкі, што красуюць круглы год. Сакрэт вельмі просты, яны з фоамірану. І вось ніяк не верыцца, што гэтая прыгажосць штучная. У кожным пялёстку кранальная пяшчота, светлая гармонія і рамантычнае светаадчуванне. Незвычайнае творчае суквецце належыць руцэ дзіўнай жанчыны, педагога, творцы, славутага палескага фларыста. Она очень добрая всегда и очень внимательная. Тут учиться очень интересно. Мы тут делаем заколки, цветочки. Ну, это самое главное. Видеть красоту. Символ родного краю, Василек синявокі. Я тебе присвячаю поле думки высокой. Васильки, ружи, тюльпаны, сапраўдны кветковый рай. Флористичной творчести пинского майстра Натальи Маркович мы присвячаем черговый выпуск специального проекта телерадиокомпании «Пинск» «Полесская скарбонка». Природа пялёсткі збірае на пэндзаля цвік і ўводзіць у свет паэтычнай душой чарадзея. З давён кветкі не толькі неслі прыгажосць, але і ўвасаблялі сабой пэўную сімволіку. Ёсць меркаванне, што мову кветак прыдумалі ўсходнія жанчыны, якім было забаронена адкрываць твары і ладзіць усялякія зносіны. Кветкі дапамагалі ім весці маўклівы дыялог. Пэўная кветка – пэўныя пачуцці. Гэтай тэме прысвечана цэлая навука. Палескім правадыром у таямнічы свет кветак сапраўдным кветкавым чарадзеем можна назваць Наталлю Маркович. У простым жыцці чараўніца – педагог дадатковай адукацыі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі ў Пінкавічах. Кіраўнік гуртка «Чароўны фоамиран», экс-старшыня сябра клуба «Палескія майстры». Шмат гадоў Наталля Васильевна ўваходзіла ў Беларускую грамадскую асацыяцыю фларыстаў. Усё жыццё – яскравы творчы шлях. Сёння можна ўпэўнена сказаць – усе кветкі свету ля яе ног. Кажуць, вясна піша вершы кветкамі. Жыццё Наталі Васильевны сапраўды можна параўнаць з кветкамі, з вясной. Наталя Васильевна, распавядзіце, як пачалося ваше захапленне фларыстыкай, кветкамі? Фларыстыкай очень давно, очень давно. Я работала тогда после училища в детском саду. Ничего такого не было. Вдруг приходит заведующая говорит, надо сделать столько-то подарков для воспитателей, для работников сада. По-моему, 33. Мы купили мелочь, но это мелочь, стыдно. Надо что-то придумать. Наталья Васильевна, у вас были сухие цветы. Я говорю, и что? Что я могу сделать с этими цветами? Ну, подумайте. А со мной на площадке, ну, мы с ней сталкивались по всей жизни, Чижова Евгения Анатольевна. А вот, она говорит, у меня старые пластинки есть. И мы на старых пластинках сделали первые свои шедевры. Это наша первая совместная работа была. Ну, как-то потихонечку начало это все развиваться. Потом начались на пластинке, цветы расцветали из костей рыбьих. Потом, ну, в общем, фантазировали мы очень многое долго. Я всегда думала, что я буду воспитателем. Я хотела с маленькими детьми. Вот мама приводит их, ну, полтора годика. Мне очень интересно было. Мне с ними возиться, мне музыкальные с ними я бы проводила. Мне очень нравилось. У свой час сямейныя абставіны прымусілі з'ехаць з Беларусі ў Расію, потым ва Украіну, але ў хуткім часе Наталя Васильевна вярнулася на малую радзіму і пачала выкладаць фларыстыку выхаванцам пінскай школы-інтэрнату, дзе адразу працавала і педагогам. Пасля вучыла прыгожа квяцістай творчасці навучэнцаў Кобрынскага, а затым і пінскага гарадскіх экалагічных цэнтраў. У апошнім адпрацавала 16 гадоў. Мы з дзецьмі иной раз часами сидели, лепили это все. Где-то что-то сушили, где-то кто-то приносил из воспитателей, из учителей. Ну, вот собирали по крохам. Ну, получалось у нас
очень оценили наши работы, помню, японцы. Они приехали к нам с большой делегацией. На окне стояла большая картина, большая, небольшая, примерно 30 на 50 на черном фоне. Плоскостное было. Я даже, по-моему, хризантемы. Желтые, белые, маленькие, кустовые. Ну и, естественно, большой букет получился. И на окно свисала тюль. Они глянули, говорят, это у вас вышивка? Я говорю, нет, это не вышивка. Это вот... А у них это искусство как бы очень приветствуется. Мы так рады. Теперь наша героиня працює у Пінковицьком центре творчості, где керує дитячим гуртком «Чаровный фоамиран». Фоамиран называют еще пористой гумой альбо штучной замшей. Праца с мудрагелистым материалом захапляє малых, да и так моцно, что кветковые композиции тут створают уже целыми семьями. Девчаты приводят на занятки матуль, бабуль, долучают родных до творчего процессу. Такое вот семейное мастерство. Двери гуртка завсюди отчинены для добры творчести и романтики. Ну, пришла сюда сначала, как-то так стеснялась, думала, что ой, что я тут делаю, тетя, с детьми. Ну, в итоге мне очень нравится это вот творчество, вдохновляет, настолько вдохновляет. Как-то вот молодежь, цветешь, кажется, вот сидел бы дома, да и не знал бы этого всего возле телевизора, там, сериалами или там уборкой дома, а так пришел, вот развеялся и с большим чувством удовлетворения уходишь назад. На самом деле прививает чувство красоты детям. А девочке это очень нужно. Поэтому девочка должна уметь это все творить. Цветы вырезать, резать. Потому что многие девочки не умеют держать ножницы в руках. Смотрите, у меня в руках фиалки. Я их сделала за 2 дня. Для этого надо фоамиран, ножницы, немного гуаши и трафарет. Иногда в этом кабинете проводятся мастер-классы. Здесь можно все, что захочешь, сделать, если можно, что, ну, спросить Натальи Васильевны. Она очень, очень много знает чего, потому что она всегда дома это делает. И я делаю с мамой, ну, редко дома. Делаю точно так же, как Наталья Васильевна говорит. Наталья Васильевна признается, что главная отметность их творчего объединения – теплая атмосфера. И она со своими девчинками – сябровки. Это важно, как отримался добрый творчий выник, у яким живе душа. Мне хочется, чтобы дети что-то умели, что-то вот красивое. И смотрю, у них, когда светятся глаза у них, как-то ребенок смотрит на этот цветочек, что у них получилось это. А если я еще скажу, что оно получилось лучше, чем у меня, это вообще верх всего. Периодично Наталья дає майстер-класи у Бресті, Пінському районі, удільничає во всяляких виставах, кірмашах інноваційних ідей, різних культурних імпрезах. Її оригінальні твори, своєособливі арт-квітки, як реалістичні, так і фантазійні, захопляють тисячі людей. Флористика, флор-дизайн і фітодизайн, фоамиран, фітоткацтва. Здається, їй подоладно усе, що знітовано з квітками. Був майстер-клас. И мальчик, я объясняю, туда-сюда, как сделать василек. Он говорит, легкотня. Все так повернулись. Я говорю, давай попробуем. Ну, давай. А там самое такое противное, вырезать треугольнички. И треугольнички надо вырезать очень-очень мелкие, по кругу. И вот он вырезал. Кинула эти ножницы. Все, не могу больше. Я говорю, это ж легкотня.
Трэба адзначыць, што фоамеран, з якім наша гераіня пераважна працуе, матэрыял вельмі цікавы. Першапачаткова быў распрацаваны для скафандраў і касмічных караблёў у рамках праграмы НАСА. Называўся Memory Foam, дзе memory – памяць, як здольнасць захоўваць форму, а foam з ангельскай мовы перакладаецца як пена – бурбалкі. То бок пена з памяццю формы. Хутка ўспененую гуму пачалі прымяняць для ўпрыгожвання інтэр'еру і рукадзелля. Сусветны лідэр у вытворчасці – іранская кампанія Foam Iron Company. Адсюль і сучасная назва. Фоамеран экалагічна бяспечны і зручны ў выкарыстанні. Наталлю Марковіч можна назваць першаадкрывальнікам фоамерану ў нашым рэгіёне. Сёння ўжо і не падлічыць, колькі кветкавых твораў у яе творчай скарбонцы. Сімвалічна ў год малой радзімы палескі майстар дзеліцца з намі сакрэтам стварэння васілька ці валошкі – паэтычнага сімвала Беларусі. Нам потребуется два маленьких листочка. Вот такая крышечка от йогурта. И мы делаем так. Раз. И два. У нас отпечатались вот такие два кружочка. Мы быстренько вырезаем. Ну, желательно, чтобы они более-менее были ровные. У нас получилось два таких кружочка. Каждый кружочек мы будем зубрить. То есть мы будем вырезать вот такие маленькие треугольнички. Очень много видов фоамерана. Есть вот такой голографический. Вот такой, видите, махровый. Есть декоративный, но у меня его нету. Есть зефирный. Ну, кто знает, он вот такой мягенький-мягенький. Он мнется, посмотрите, как. Будем так. А зефирный уже, он не так мнется. Этот очень хорошо сам клеится под воздействием больших температур. Этот не очень. Цвета очень разные. От пастельного до яркого. Мы делим сначала напополам, не дорезая до середины. Вот так должно. Потом еще напополам. Снова не дорезаем до середины. Вот эти вот крылышки делим на три части. У нас получилось вот такое вот счастье. Мы все прокручиваем сильно-сильно, чтобы у нас получилась выжатая тряпка. Вот она, выжатая тряпка. Мы расправляем, и у нас получились живые цветочки, лепесточки. Вот такие вот. Серединку мы делаем, ну так, ускоренным вариантом мы делаем вот такую лапшу. У нас называется «Чем мельче, тем лучше». И мы берем вот проволочку, на конце делаем петельку. Это чтобы проволочка не выскочила. Вот и все, сейчас я уже закончу это дело. Чувствовать надо материал. Если чуть-чуть хуже получилось, то мы лучшенькое выбираем. Посмотрите, у нас получается. Это пистолет силиконовый. Вот у нас серединка получилась, смотрите. Чтобы мы немножечко истончили фоамеранчик в серединочке, мы делаем вот так вот. И он уже намного тоньше. Протыкаем. Одна капелька. Еще одна капелька сюда. И наш цветочек готов.
У такой вот дробной працы ляжит высокое мастерство. Мастерство и у тем, как с простых речей створать шедевры. Нехай себе штучные, але у них живе душа автора. Корифей декоративно-прикладного мастерства Наталья Маркович у наступном годе планує почать освоивать фарфор. Але ж головным захоплением життя, головной любовью, упевнена майстер, застануться кветки. Я люблю все. Очень люблю желтые. Хризантемы желтые, желтые розы. Не знаю почему. Кто-то говорит, что это желтый цвет разлуки. Ничего подобного. Желтый цвет богатства. Так что не пугайтесь, если вам будут дарить желтые цветы. И есть такие чудовные радки поэта Валеры Мацулевича. Каб будні шэрыя квітнелі, стварайце людзі прыгажосць. Наша рамантычная гераіня сама нібыта прыгожая кветка. Красуе, нясе людзям радасць, натхняе і робіць свет лепшым. Менавіта такім самабытным асобам нашага рэгіёну, незвычайным звычайным людзям, прысвечаны штомесячны культурны праект «Палеская скарбонка».